Ребята, вторая часть марлезонского балета. И начнем мы, пожалуй, с двух совершенно одинаковых колец, которые я очень люблю. У меня у самой такое есть. И они пришли с двумя совершенно разными лабрадорами. Один зеленый, один синий. И это так интересно их сравнить. Сейчас мы посмотрим, какой из них какой. Это зеленый. Он на размер, судя по всему, 18,5. А это синий. Смотрите, одна и та же модель, а как по-разному смотрится кольца. Значит, это у нас зеленый на 18,5, а это у нас синий на 17,5. То есть тут где-то разница в размер идет. Синий на 17,5, зеленый на 18,5. Но, конечно же, я сейчас промерю еще раз. Они немножко маломерят. Вот такие два интересных, одинаковых совершенно кольца. Видите, они тут по-разному сделаны. $46. Артикул 1261. Такое кольцо у моей подруги с бирюзой, у меня с лабрадором. Значит, то, что больше 18,8, ну, как я и сказала, она где-то на 18,5. То, что меньше 18,1, на 17,5. Ну, то, что 18,8, скажем, грубо говоря, где-то 18,3, может быть. Но вот у меня оно на третий палец свободно садится. Вот, так что, девчонки, забирайте. Это, кстати, мне кажется, ничейное. Если я ничего не путаю, я не припомню, чтобы кто-то это заказывал. Вот он, землетрясение. Так, дальше. Так, ребята, смотрите, я заказала 5 пар 30-27 с разными вставками. Они все по $44. Давайте рассматривать. Технически это французская петля, просто очень такая длинная, но мы ее называем, она у нас пошла в семью булавок. Смотрите, есть у нас с лабрадором очень неплохое свечение. Я так чихнула мощно, успела камеру остановить вовремя, так бы всех смело. Пыльно очень. Вторая пара булавок — это с бирюзой, те же $44. Вот она. Третья пара булавок у нас. Кстати, про булавки. Девчонки, я в янтарной волне нашла булавки. Разные тоже, только, конечно же, с янтарем. Я, наверное, тоже немножко закажу, потому как модель интересная. Булавки вообще все любят. Это как бы и висюльки, а с другой стороны, как бы и не висюльки. То есть сразу на двух свадьбах танцуем. Кианитовая, это пара номер 3. В принципе, я все, что в каталоге нашла, я все и заказала. А было там 5 возможностей. Четвертый — это лунный. Я вот прямо при вас рассматриваю. Поэтому если будут какие-то сбои в системе, то это будет... Ну вот смотрите, здесь я вижу лунные неплохие очень, но есть здесь трещины. Трещины внутренние, то есть ногтем не процарапывается. Это такой камень. Поэтому вот смотрите, если вас устроит, то хорошо. Если не устроит, то тоже хорошо. Внутренний срез камня. И пятое — это оникс. И, между прочим, по-моему, впервые вообще вижу эти булавки с ониксом. Мы, наверное, ни разу их не заказывали именно с этой вставкой. Девчонки, все эти 5 пар на продажу. Если, конечно же, кто-то заказал, несмотря на то, что это уже в производстве, конечно, приоритет тому, кто заказал и у меня в списке. Тогда те, что выйдут из производства, я пущу в открытую продажу. Конечно, не обошлось и без путаницы. Например, они мне прислали по какой-то радости, я не знаю почему, 4 одинаковых пары булавок прямоугольных с
опалом. Булавки красивые, надеюсь, что их купят. Но как бы я не просила 4 пары одинаковых, я думала с разными вставками. Ну вот как-то мне прислали 4. Ну, 4 так 4. Зато всем хватит. Действительно красивые. Надеюсь, что вам понравится. Цена. Они тоже по 44 доллара. Так же, как и 30-27. И сейчас посмотрим, какие еще есть у нас возможности. Значит, я вижу здесь с лабрадором одну пару. Лабрадор очень яркий и красивый. Смотрите, очень качественный. Это у нас 596 модель. Оникс граненый. Вот он, оникс. И я вижу здесь, что я вижу, еще одну пару с лабрадорами. Вообще, по идее, должны были быть и кианиты, луны, и бирюза. Что-то они мне, конечно... Ну, сейчас поищем, может, есть еще в пакете. Смотрите, вот еще с лабрадорами. Эти потемнее. И сейчас глянем, может, еще что-то есть. Да, с кианитом и с лунным нету, но есть с бирюзой. Вот еще такая пара. Так, с прямоугольными булавками мы закончили. Сейчас посмотрим, что у нас модель 617, которая всем нравится, которая по 43. Так, девчонки, во-первых, одна пара 617-х с гранатом, это Ире Полянской. Потому как я ее булавки случайно продала. Ага. А между прочим, и нету. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пар. И все не с гранатом. Так, Ириша, ты бедная, опять пострадавшая. Ну, посмотрим, может, в третьем пакете будет. Значит, девчонки, есть булавки какие угодно 617, кроме гранатовых. Если кто-то заказывал и ждет, пишите. Кто просто захочет, также пишите. Первое, это бирюза. Они по 43 доллара. Вторая, это кианит. Давайте буду пакетики открывать прямо перед камерой. Кианит. Неплохой, между прочим, на удивление. Дальше у нас будет лабрадор, даже две пары. Сейчас мы их изучим поближе. Красиво! Смотрите, какие они вообще светлые-светлые. Это первая пара. И вторая пара. Две пары с лабрадором. Далее аметист. Натуральные булавки у нас есть, как оказалось. Вот они. Кстати, я сегодня говорила с Даником Семендо. Он сказал, что Таня, которая у нас там главный винтик в механизме, вернулась сегодня с отпуска, и уже практически наш заказ нужно, ну, как бы готов, его нужно собрать. И так что, девчонки, кто ждет Семенду, мы уже почти на финишной прямой. Значит, это 617 с сердоликом. Шестьсот семнадцатый с опалами. Ребята, моя мама улетает в Германию к подруге 8 числа. Кому нужно в Германию украшения переправить, вот Маришке Ситнер я отправлю, своей сестре. И кому еще нужно,
Инесса Гросс. Девчонки, кто ждет оказию в Германию, самое время, потому как она перенесет это через границу и отправит это там уже непосредственно по Германии, без таможни, с ее заморочками. Значит, смотрите, это у нас оникс граненый на этот раз. То есть у них каждый раз, как первый раз, каждый раз что-то новое. То они гладкий присылают, то граненый. В данном случае граненый. Так, это что касается 617-х. Дальше у нас есть булавки 613-е, которые ромбиком. 613-е, сколько же они, сейчас я посчитаю. Они получаются, ребята, по 42 доллара. Это даже дешевле, чем 617-е. Вот интересно, почему. Потому что мне кажется, что они как бы по весу, они получаются, не знаю, интересное дело, они получаются по весу, по-моему, даже тяжелее, но они 42 доллара. Значит, они идут такие ромбики. Вот это вот 613 за 42 с опалами. Вот у нас есть 613 с граненым сердоликом. Еще есть тут две пары. Одна пара с граненым ониксом. Вот она. И четвертая, последняя пара с бирюзой. И, девчонки, я нашла еще одни прямоугольные за 44 доллара с аметистом. Сейчас вам покажу. Так, это бирюза. Итак, вот они все четыре. По 44 доллара модель 613. Пардонте, я сказала 44 доллара, конечно же 42 доллара. И вот я сейчас хочу вам показать одна пара прямоугольных. Не знаю, как я не увидела. Вот они за 44. И они с аметистом граненым. Вот кому нужен аметист. Вот такие булавочки. Ну, девчонки, вот в этот раз, наверное, булавок уже будет выше крыши и наверняка еще останутся на повторяшки и на Инстаграм. Кстати, напоминаю, Инстаграм у нас появился, в котором можно отследить все, что не куплено. Вчера была поломка глобальная в WhatsApp, Инстаграм и Фейсбук. Никакие не проходили звуковые либо видео, либо фотографии. Вот. Но сегодня вроде уже все починили. Так, продолжаем. Еще у нас есть круглые булавки. Вот круглые булавки. Я знаю, что кто-то ждал с сердоликом. Но, девчонки, я не помню кто. И у меня это из старых заказов. Я просто помню, что у меня несколько раз спрашивали. Смотрите, круглых три пары всего лишь. Круглые тоже по 44 доллара, как прямоугольные. У нас есть граненый оникс, сердолик и опал. Интересно, что нет лабрадора, нет бирюзы и нет лунного. Может, я не заказала, а может быть, и не прислали. Черт его знает. Смотрите, вот это граненый сердолик. Кто-то у меня когда-то их ждал. Так что находитесь. Это опал. И у нас граненый оникс. Сегодня весь оникс граненый любой формы. Итак, последнее. Почему? А почему я сказала последнее? Нет, все, булавок больше нет, девчонки. Сейчас будем дальше разбирать уже заказы. Так, Оля просила у меня 30, просила меня вот эти вот деревья, они в прошлый раз не пришли почему-то, а вот в этот раз уже после того, как я, конечно же, написала в срочном порядке, их прислали. Это 3407, цена 33 доллара. Это Олины. Так, сейчас, ребята, вы увидите
ожерелье, которое я впервые вижу вообще. Оно мне понравилось в каталоге, я решила попробовать заказать. Это 999. Артикул 999. $78. Давайте его рассматривать. Значит, на такой толстенной цепи в виде сетки серебряной, сейчас вам увеличу. Вот, видите, такая сеточка. На такой толстенной сеточке на карабине у нас есть вот такие бусины, которые типа пандоровских ходят в свободном полете. Бусины состоят из вот такого квадратненького, цветочка, шармик такой же с микрожемчугом, еще один квадратненький, и бусина с словом love. Если ее покрутить. Вот 4 бусины такой толстой цепи. Я подозреваю, даже не буду промерять, это наверняка 42 стандартный для шаблюля размер, как ответ на все вопросы. Жизнь, вселенная и все остальное. А, жизнь, вселенная и вообще. 42. Ну, кому, конечно, будет интересно, я уже промерю точно. Еще раз, это 999, $78. Такой вот новенький разворот событий. Я увидела, не смогла пройти мимо. И есть также браслет, который также я увидела в той же прогулке, прям скажем. И тоже не смогла пройти мимо. И сейчас вот я прямо при вас первый раз его распечатаю и посмотрю вообще, что это за фрукт. Вот он, фрукт. Плоская толстая цепь. Тоже вот такие типа шармов, но плоских. Интересно сделано, что стопором является жемчужина, которая припаяна. Смотрите, очень прикольный вариант. Я подозреваю, что такой браслет можно попросить разного размера. Он наверняка нарезной. Ну, давайте посмотрим, как это будет на мне. Ну, вот на меня он даже немножко большой, хотя кто любит, скажем прямо, кто любит такие вот чуть-чуть, чтобы спускались на руку, то он подойдет. Вот такая интересная идея. Сейчас посмотрим цену. Такой пацифистский знак тут я вижу. Куриная лапка, это, если я не ошибаюсь, да, знак пацифистов. Ну, вот это вот очень милое решение со стопорами в виде микрожемчуга. И мне очень нравится, что он плоский. Значит, он не будет переворачиваться, хорошо ляжет на руку. Так, проверяем. Девчонки, он $76. Я его закрыла наоборот. Надо было карабином в другую сторону. Вот он на мне. Это артикул 809. Еще раз напоминаю. Смотрим дальше. Ребята, у меня кто-то из девчонок просил вот эти серьги именно с бирюзой, потому что они пришли с опалами. А кто просил, я не записала. Поэтому посмотрите, пожалуйста, это $44. Это артикул 3466. И они здесь, в данном случае, это видите, французский замок с петелькой. В данном случае они с опалами. С бирюзой. Если кому-то, кстати, нужны с опалами, по-моему, в Инстаграме я фотографировала, есть свободная пара тоже. Якутенкова, которую я называю Джерри, наконец-то дождалась вот этот вот, вот это колье. Я уже 500 раз заказывала, и вот, наконец-то оно пришло, слава богу. Это 4024. Чисто серебряное украшение без вставок. Что-то там с гаком оно стоит. 92, что ли? 98. Прошу прощения. $98. И
И основная странность, что они припаяли дополнительную страховочную цепочку. То есть у них нет такого стандарта. Не хотят — припаивают цепочку. Не хотят — не припаивают цепочку. Поэтому, когда вы заказываете, не забудьте отметить, нам вам нужна припаянная цепочка дополнительная или нет. Я не знаю, насколько она может помочь в данной, например, модели, но вот тем не менее. На 18,5, то есть реально это 17,5 где-то, может быть 18, пришел 21,02 легендарный. Дело в том, что я не знала, кто его заказывал в таком размере. Например, Таня Гилевич просила его в размере 20 миллиметров. Тут 18,5, то есть явно это не он. Так что, девушки, выставляю на продажу, потому что не совсем понимаю, чье это. Или, может быть, кто-то появится и заберет из девушек, которые просто я не записала. Он, по-моему, 42 доллара, если я не ошибаюсь, потом перепроверю. Короче, этот 18,5, это примерно на 18 размер, может быть, 17,8. 21,02 его артикул. Девчонки, за 30 долларов пришли такие моллюски, лапуськи совершенно. Я даже не знала, что есть такие мини-серьги. 30 долларов, такой французский замок с кианитом. Бусинки кианита и кианит вставлены внутрь. И вот такие вот серебряные шарики. Значит, сразу вам говорю, что кианит, поскольку камень натуральный, то вот, например, здесь он чуть-чуть светлее, с этой стороны он чуть-чуть темнее. Это уже не обессудьте, это и так понятно, что он не может быть однородным. 30 долларов может как подойти как ребенку, ну такому, конечно, ребенку постарше, так и девушкам, которые любители мелких украшений, но тем не менее здесь есть вот эта вот очаровательная совершенно висюлька, которая, мне кажется, очень сильно дополняет картину. Короче, девушки, артикул, кому нужно на следующий раз, 18,35. Я подозреваю, что, наверное, с разными вставками можно. Ну, в данном случае это с кианитом, 30 долларов. Это на продажу, то вряд ли кто-то заказал, потому как я сама это первый раз в жизни вообще вижу. Так, девчонки, у нас осталось набор из жемчуга. Я его заказала, потому что он очень мне нравится. Он очень красивый. Его каждый раз заказываю. И всегда находится кто-то, кому он нужен. Это вот такие вот серьги. Винтажные немножко. С розоватым чуть-чуть отливом. Цена их 42... Нет, пардон. Цена их 36 долларов. Таких серег, кстати, две пары я заказала. Так что, если кому-то надо, забирайте. 36 долларов. Очень миленькие. И кулон к ним идет. Ну, как бы он не совсем идет к ним, но очень похож. То есть они чуточку, обрамление не такое, но можно сказать, что в чем-то похоже на все-таки. Вот смотрите, еще раз вам покажу. Вынимаю с пакетика. Видите, в чем разница в конфигурации обрамления, чуть-чуть по-другому. Но, в принципе, кулон или сам по себе очень красивый. 42 доллара, он идет вот с такими жемчужинками здесь. Хорошенький такой. То есть я тоже как бы постоянно смотрю на него. И если вижу, то заказываю, и как бы довольно-таки он уходит. Такой классический вариант. Жемчуг натуральный, очень качественный. Красиво сделано, то есть нет у меня никаких претензий. 42 доллара. И самое последнее. А, кулончик только один пришел. То есть две пары серег и один кулон. Хотите, можете это сделать как соединить как комплект, но не обязательно. Можно отдельно. И последнее, что вам хочу показать, это что-то странное. Я это заказала в первый раз. И с трудом сейчас поняла, что это. А, теперь я поняла. Это серебряные серьги, которые идут вот таким образом. Они идут к уху гвоздиком. И потом под этим серебряным колесиком висят вот такие вот колесики перпендикулярные. Думаю, что такие серьги будут смотреться очень даже клево. Кто, как бы, кому не мешают гвоздики, кто любит гвоздики, мне кажется, это очень красивая модель.
Цена $42 и артикул 35-43. Судя по артиклу, это новинка. Это они недавно изобрели. Чем выше номер в артикуле, тем понятно, что более новее изделия. Это уже на 3 начинается. 35-43. То есть, видать, это изобретение последних месяцев. Так что, ребята, мне кажется, очень прикольная модель. Все, это мы закончили второй пакетик. И в следующем видео мы уже увидим третий пакетик. И на этом ящик с UPS закончится, но они продолжают делать. То есть, как бы они сказали, что это далеко не все. Да я и вижу по списку, это, по-моему, даже не треть. Все, ребят, пока. Пока, но до третьего видео. И не забудьте, пожалуйста, 8 числа моя мама уезжает в Германию. Кому нужно в Германию переслать украшения, срочно ко мне обращайтесь. И напоминаю, 20 июля мы встречаемся лично, кто хочет, на распродаже. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить палец вверх, вниз, вбок, слева, вправо. Ну и, соответственно, заходите в Инстаграм посмотреть, что осталось. Вот теперь пока.